Скорее всего, там кто-то сидит. Да. Там сазан. Не хочет на меляк идти. Мелко здесь. Для тебя родной мелко, да? Вот такой сазанчик. Вот он за губку захватился. Вот такой красавец. Ну, заяц. Молодец. Ой, смотри, если дергается, не мотаешь. Просто останавливаешь. Изурик, Кристал Миноу. С красной головой. Съедобный заяц, съедобный. Этот у меня прям по нарастающей. Молодец, заяц. Давай 5. На тебе 5. На тебе 10. Это третий. Да, и Зурик приносит уже третьего. И один у тебя сход был, да? Да, один прям еще был огромный. Съедобный. Ты смотри, приманку вот подобрали и все. Кристал Миноу. Ну, не очень крупный, но кормовой. Вот такой изурик. День изури. День Юзури. Вот такой красавец. Уже весь драненький. Опа. На следующий заход.
тыкаешь. Ахтуба, друзья мои, Ахтуба! Вода, песок и рыба. Кайф. Давай быстрее, подсак. Ставь стакан. Стакан ставь. Только не промахнись. Молодец. Аккуратненько все сделал. Так, будем готовы. Под нее так подводи. Ну, что нам принес там Юзурик? Юзурик принес нам маленького судочка. Просто виснет и все, блин.
Заяц есть. Давай, подсев. Ко мне вернулся фарт, ко мне вернулся фарт. Та-та-та-ра-там, та-та-та-ра-там. Приехали на точку сазана проверить. Сидит еще один. Сейчас будем доставать. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Андрюха, ты его пугаешь. А? Ты его пугаешь, шлюпай по воде. Зачем шлюпаешь? Так. Походу хороший. Если он там. Так, Андрюх, воду прямо так, да, к земле прижимай, поглубже сходи. Подожди, 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 все, стой здесь, я тебе скажу, что делать. Поглубже, потихоньку, на цыпочках. Да, вот так прям тащи. И не поднимая подсак, по песку вот так под него подводишь. Хороший кабан. Не подымаю. Блин, Андрюха, ты должен все это сделать аккуратно. Дай мне. Держи просто рядом со мной, я у тебя перехвачу его. Ну, опять нехороший. Ну, достойный. Как нехороший, да, Андрюш? Да, хороший. Это вам не килошники. Тихо, тихо, братан. Так, вот такого кабанюку достали. Третий хороший экземпляр.
Так, все, перезабросили, одного сазанчика сняли. Сейчас едем с судаком, посмотрим, что получится у нас по судаку. И вечером еще раз заедем, проверим. Вот. Все, последнюю забрасываю и за судаком. Я уже показывал в каком-то фильме оснастку. 0,8 леска, петля, удавка. И два крючка. Затягиваем. Жмых пропиливаем. Получается вот такая соска. Сторожки вот эти нужны для того, чтобы поначалу он амортизировал и сразу не ушел. А вот это мне вообще ничего не принесла донка. К сожалению, она по какой-то причине молчит. Видно, не добрасываю я до нужного места. Сазан ходит тропами, ну как карась. То есть у него свои тропы, он по ним и туда-сюда лазит. Крайне редко какие-то одиночки ходят там абы где. А так у них свои тропки. Тропку нашел, будешь ловить. Рыба держится местам кормления. На середине. Крайне редко такие места бывают в глубине. Она там может отстаиваться, но брать там не будет. Есть определенные, конечно, ямы, где рыба кормится. Бывает и такое. Сейчас я ловлю на косах. Ночью он сюда выходит железно. Утром, да и днем бывает. Все, перезарядили. Поехали. Опять мелочь. Не ахтюбинский размер. Но приятно спин внес. Крупнее уже. По крайней мере, кормовой.
Совсем мелкий. Берж. Берша определяем вот по этим щечкам. Берша, щечки шершавые. Сюда, как говорится, бритый. А у берша щетинка. Зубов нету. Он такой более кубатый. И без клыков. Поставлю темную машинное масло. Головку поставлю, наверное, потемнее, фиолетовую. Нравится мне крашеный джиг. Не знаю, насколько это на поклевки влияет, но чисто эстетически приятно ловить на такой. Ну вон, уже гармонично смотрится. Так, что-то поклевок нету. Сегодня я с палочкой компании GS Company, серия Nix DX 270 с тестом 3080. Тоже одна из моих любимых палок. Жесткая, такая злая, свербыстая устроя. С хорошей чуйкой. Работает неплохо по низам. 32, 35, 36 грамм. Самый тяжелый бросал 60. Также прелестно. Отрабатывает все. Такой ахтюбинский вариант. Для Волги, для Ахтубы, для больших рек с течением. И палка злая. Катушка у меня от компании Дайва. В этом году приобрел. Лекса 6000-ная. Мощная. Но в то же время не сильно тяжелая. Короче, для хэви-джига брал. Поклевок нет. Зараза, а? Как так? Немножко похрустывает на видео, может, слышно. Это дети играли в песочек, в снежки. И залепили меня в Катю. Придется приехать домой, помыть. И смазать. Попробуем поглубже кинуть. Кстати, вот сейчас у меня стоит 35 грамм, довольно-таки большая резина с большим пятаком, течение приличное. Вполне нормально передает в руку и видно по хлысту, все отлично. Нету крупного, и мелкий выключился. Опять не крупные. Хорошо прям пробил его. Блять, сука. Да.
только в воду опустил. Что было? Не поклевка, это херня какая-то. Мелочь, говорю, мелочь. Это Мишаня со спутником связывается. Причем с американским. Мишань, ну как, связь есть? Да. Не, ну их стало гораздо меньше муравьев. Поклевывает судачок, поклевывает, но не шибко крупный. Что-то непонятное отвалилось. Размер неплохой, но почему-то наверху. Не крупный, но съедобный. Багр за рот чесноку. Первая дорожка тронища желтого цвета приносит мне какую-то рыбку. Съедобные. Судачок. Съедобный.
Есть. Да? Так, следующая рыбка у нас Любанина, бандит. Сошел? Пеньком держи крепче, дорогой. Ушно там пипец вообще. Да, им там. Они там не сварятся? Сварится и бы накрыть бы. Так. Ну что, дай бог, у нас рыбалка начинается. Вот такой оригинальчик. Симпатяга. Итак, три дорожки, три рыбки. Ну, хорошо. Заяц меня облавливает. Заяц хочет рыбки. Может? Но размер, пока размер не очень. Размер не очень. Ну, для коптильни, да. Где-то кило 200 в них, наверное. Килошники, короче. Есть. Трон 31-го. По 31-й, точнее, цвет. Хром, натуралочка. Приносит мне рыбку. Ну, рыбка идет наверх. И это очередной килошник. Килошник. По волнам, как он идет. Четыре рыбки. 2-2. Следующая дорожка. Так, ну что, сегодня у меня палочка Нептун. Как я обещал, взял на воду, значит, длиной 2,15 с тестом 30 лб. Если в том году у меня была 20-лбовая палочка, сейчас вот 30-лбовая. Данный спиннинг подойдет, в принципе, как и для стаканного троллинга, потому что он довольно-таки мягкий, амортизирует неплохо, вот, не такой жесткий, как я обычно люблю для троллинга в один спиннинг. То есть его можно использовать как и второе удилище. Вот, за спиной, скажем так. Так, в принципе, вот в руке держать можно. Единственное, как бы из-за того, что он не такой жесткий, передача в руку именно вот этих каких-то микротычков, ну, хуже, чем, скажем, у серии Magnus той же компании Sportex. Вот, Magnus более жесткий, то, что сейчас у Любы, это вот мой любимый спиннинг на сегодняшний момент. Это Magnus Boat с тестом тоже 30 лб. Оба спиннинга, повторюсь, с тестом 30 лб, но строй у данных удилищ абсолютно разный. Это более гибкое
Магнус Боут очень жесткий. Из-за своей жесткости он хорошо передает именно вот эти всякие микротычки. Полностью идет контроль над приманкой. Все, продолжаем дальше ловить. А, могу еще вот о катушечке тоже пару слов сказать. Новая катушка у меня, Pacifan Allegis. Вот, с силовой ручкой, очень легкая, гармонично, значит, смотрится, ну, допустим, со спиннингом, как Magnus Boat. Magnus Boat, он мощный, но легкий, и катушечка с ним очень гармонично смотрится. В руках лежит очень хорошо. Никуда ее не переваливает ни вправо, ни влево. Она практически там даже не чувствуется. Вот, очень силовая и с очень хорошим ходом. Намного легче, Любань, согласись, чем вот данную катушку крутить. То есть, когда ты крутишь, тебе легче, да? Мне легче. У меня нет рывков. То есть, она очень плавная. Вот, а эту тяжело крутить, да? Хотя вот в свое время мне, я говорю, вот данные катушки очень нравились. Мне сейчас нравятся, но по сравнению сейчас уже, скажем, если сравнивать вот с данной катушкой, как говорится, было бы с чем сравнить. Вот. И по сравнению с этой катушкой уже Akuma Cool Water, ну, у меня на сегодняшний момент уходит на второй план, потому что она более тяжелая, большая, и вот ход у ней, когда крутишь, ну, какой-то тяжелый, то есть мужской. А это вообще прям вот легко крутится, приятно ей работать, рыбу там не замечаешь, легко все выматывается. Вот ход у нее очень легкий. Все, продолжаем. У меня во рту все пересохло, надо попить водички тепленькой. Рыбу? Она уже тонет там, да? Да, во-первых, она тонет. Как-то мне уже кажется, что... Будешь? Так, если доставать ее, да, она уже начерпала воды довольно-таки прилично. Ну, нифига не живые. Хотел сделать как лучше, сумку за борт опустил, чтобы попрохладнее было, да. А сумка напилась воды, наверное, через эти вот отверстия. Пятая дорожка у нас была холостой. Посмотрим, что будет на шестой. Три, два. Как она легко крутится, очень легко. А это вот с небольшим таким каким-то напрягом. Хотя в свое время реально по сравнению с кардифом катушка казалась очень даже очень. Багрёныш. Ага, сейчас, подожди. В этой поездке очень много багрёнышей. Мы такого брать не будем. Да, это не наш размер. Таких мы отпускаем. Таких наберут на копчеге. Таких наберут на копчеге. Ту дорожку нам испортил багрёныш маленький. Заходим на седьмую. Пока 4 рыбки. Я
хорошо у нее. Три часа. Возможно, часик перерыв будет. Сейчас сазан клюет. Кто? Поклевка была? А что ж не подсекал-то? Друзья мои, очередная рыбалка. Выбрал я место коряги, свал, глубина где-то в районе 9 метров. Я без эхолота сейчас, но зная уже, я здесь был ранее, здесь в районе 9 метров. В таких местах есть шанс зацепить и сама, и трофейного судака. Да и возможно, может быть, какую-то гигантскую щуку. Поставил я вобер агрессор. Это у меня первая сейчас дорожка. Посмотрим, что получится. Скорость у меня минимальная. Вообще на минималке. Иду против течения. Приблизительно скорость где-то в районе 2 километров. Сейчас, если было видно на камеру, это была подача, поклевка. То есть судак его прожал вперед. То есть судак здесь есть. И мы сейчас его будем ловить. Надо собраться, сосредоточиться на этих поклевках. И просто вовремя сечь его. Сейчас мы будем выходить постепенно из этой ямки. Здесь будет в районе уже 8-7. И дальше, значит, подъем уже на 7-6-8. А основная яма у нас остается за спиной. То есть мы идем по краю ямы, вдоль берега, вдоль обрывистого берега, вдоль закоряженного берега. Чуть-чуть сейчас пройду от этих коряжек на выход и развернусь обратно. Дальше не пойду. Хотя дальше на бандос поклевывает. Это уже на 6,8, 6,5, 7 метров. Агрессором туда не полезу. Агрессор, кто не знает, это халкообразная приманка, реплика от Герман на известную уже халку длиной 125 миллиметров. Так, что-то мы прошли не очень удачно, но поклевка была. Сейчас мы вернемся на новую дорожку. Катушка у меня Allegis от компании Pacifan. Allegis 300-я. Очень легко крутит, очень легко, без всяких напрягов. Я вытаскиваю халкообразную приманку, поднимаю рыбу. Катушка с AliExpress. Спиннинг Magnus Boat 2.15 с тестом 30 лб. Очень жесткая палочка. Такой колышек мощный и просто с опупенной чуйкой.
далеко от коряк я не ухожу. Постоянно делаю новый заход, потому что я верю и уверен, что там судак не один. Итак, следующая дорожка. Так, еще один. Тычки прям слабые-слабые. Час дня, друзья мои. Час дня. Жара, судак. И воблер агрессор. Так. Меньше. Все. Ты на сковородке. Итак, взяли мы уже пару хвостов. Судак поклевывает. Иногда я туплю. Вовремя не подсекаю его. И это печалит, потому что поклевки были хорошие. Не то, что как бы хорошие, то есть именно трофейного судака, похоже. Прижимал, он продвигал приманку вперед, но я не смог его просечь. Повторюсь, сейчас мы не ловим абы что. Я специально вышел за трофейным судаком. Пока на сегодняшний, скажем, момент, трофей у меня это в районе двушки, два с лишним. Крупней пока ничего не взял. Воблер халкообразный, 125 миллиметров, 8+. Подо мной 9 с лишним метров. Отпускаю где-то на 30 метров. Иду против течения на малой-малой скорости, как могу. Почему на малой скорости еще иду? Судак пассивный в этот раз. Думаю, что это ему больше понравится, особенно трофейному. Не хочет он гоняться. Сытый он. Поэтому, надеюсь, медленно идущая приманка ему больше понравится. Ну и в надежде что зацепить сама. Сом любит маленькую скорость. Для судака иногда я прибавляю газку и иду со скоростью где-то 3,5, даже бывает в районе 4 километров в час. Поклевка. Поклевки очень деликатные, как при джиге. Надо подсекать. Спиннинг стараемся держать вот под таким углом, чтобы был шанс у нас подсечь. Можно подыгрывать немножко, покачивая так спиннингом.
Я назвал эту проводку качели. Итак, пока мы с этого места взяли двух судачков, но поклевки были, значит, там еще есть. Я уверен, там с десяточек-то найдется. В таких местах можно и джигом кидать, но веса нужны, наверное, 45-50 с лишним грамм. Глубоко, и здесь сильное течение. Так, дорожка холостая и без поклевки. Но будем надеяться, что нас еще ждут удачные поклевки. И хороший клыкастик. Мелкий. В этот раз мелкий. Печально. Отпустим. Печально, печально гонять такие агрессоры и ловить такую мелочь. Но не будем падать духом. Еще раз зайдем. Ну, пока у нас только один вменосный судак. Один дрыщ, которого мы отпустили. И один более-менее. Плетенка. Какая стоит у меня плетенка? Плетенка у меня стоит от компании Юзури, от Дуэль. Плетенка Хардкор X4 Pro. Диаметром 0,19. Аккумулятор у меня у эхолота сел, приходится ходить без него. Но на самом деле все реально, все возможно. Единственное, не хватает нам мультиков, но иногда даже они нас больше отвлекают, чем помогают, скажем так. Зная местность, можно ходить и без эхолота. Единственное, конечно, он не помешал бы нам с обозначением всяких коряжек. Но это место, повторюсь, я более-менее знаю. Будем ждать поклевки. Один больше двушки, другой полторашка где-то. На агрессоры! Агрессоры! Еще одна дорожка впустую. Делаем новый заход. Ну что, друзья мои, за 2 часа рыбалки я смог поймать 4 судака. Из них 2 штрафника, 2 более-менее зачетных. Причем один из них за двушку. Ловил я на воблер Босс и агрессор 125. Рыбачил я с часу до 3 дня. И на сегодня, наверное, все. Сейчас я еду домой коптить рыбку, мыться, принимать душ и отдыхать.